Твой день пройдет под знаком бодрости и свежести, если ты подключен на Fresh TV. С тобой Абабков и Женя Милых, и мы расскажем тебе о самых ярких событиях этой недели. Хочешь быть в курсе? Смотри до конца. Гостевая Fresh FM вновь открыла свои двери. Диджей Арам Монтана у микрофона студии. Поджаренная до хрустящей корочки пятерка клубных треков этой недели. Кто они, ведущие радио Fresh? Раскрываем тайны личности, встречаем Жени Милых. И где побывать на этих выходных, узнаешь от нас. Вот эта маленькая, но очень уютная студия Радио Fresh FM по пятницам в 20.00 превращается в гостевую комнату. К нам на огонек заглядывают самые яркие персонажи со всех уголков мира. И в эту пятницу у нас в гостях побывал житель северной столицы, знаменитый диджей Арам Монтана. О чем он успел нам рассказать, смотри прямо сейчас. Его имя необычно настолько, насколько необычна музыкальная стилистика этого диджея. Впервые исполнитель вступил на диджей-плейс в возрасте 13 лет. Тогда он очень любил хип-хоп и всю афроамериканскую музыку в целом, поэтому его основными стилями стали джангл и хэппи-хардкор. А после увлекается американским гаражом и на всю жизнь отдает себе хаос-музыке. Арам Монтана в гостях у Fresh FM. Ну что ж, дорогие друзья, пятничный вечер настал. Наконец-то в этой студии появился человек, которого мы так долго ждали. Арам Монтана, здравствуй! Привет, привет! Как привет. Настроение? Привет. Отлично. Кстати, Арам Монтана, если вы не в курсе, диджей с более чем 15-летней историей, который стоял у истоков зарождения петербургской танцевальной сцены. Да, этот парень прилетел к нам из Санкт-Петербурга, и сегодня мы с ним будем общаться. Для Арама посещение нашего острова уже не в новинку. Мне кажется, я был здесь раза 4. Раза 4. Ну и вообще, есть ли какие-нибудь вот у тебя такие эмоции от Сахалина? Вот чем он тебя привлекает? Для нас Сахалин, конечно, это экзотика, потому что я живу в Петербурге, это больше европейский город и так далее. Но я очень люблю сюда приезжать, мне нравится кухня, нравятся продукты и так далее. Да, мне нравится Сахалин. Тебе нравится Сахалин? Смог бы ты когда-нибудь перебраться к нам вот на постоянное место жительства? Думаю, что нет, потому что это далеко от моих стратегических мест, в которые я обычно езжу, на гастроли и так далее. А путешествует Арам очень много. География его выступлений – это большинство крупных и средних городов России, Украины, Белоруссии, а также почти вся Европа услышала необычное звучание этого талантливого диджея. Но, как признается сам исполнитель, музыка – это не единственное, что у него хорошо получается. Есть и еще одна необычная способность. Сводить людей. Сводить людей вместе. Конечно. Не подрабатываешь там, а то я шучу на эту тему, да, что я когда у меня есть ребята, которые там, допустим, встречаются после нашего знакомства, когда я их познакомил, я шучу, что диджей должен все сводить. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Арам не любит вспоминать молодость и оглядываться назад. Он больше предпочитает думать о будущем и о своем развитии. Свой саунд определенный, но я чувствую тенденции заранее, которые происходят. И всегда, Арам Монтана – это всегда одно и то же, грубо говоря, но просто с разной подачей. Я считаю, что человек должен, тем более в наше время, он должен по-разному себя выражать, и ничего в этом плохого нет. Я горжусь этим сезоном наших дневных руфтопати. Руфтопати – это вечеринки на крыше, и у нас невероятный сезон. Мне кажется, меня скоро выберут мэром Санкт-Петербурга. Ну а пока этого не случилось, и у Арама есть время для создания новых шедевров, мы будем внимательно следить за его карьерой, посещать его вечеринки и восхищаться его талантом. Привет, я Арам Монтана. Слушайте внимательно хорошую музыку и смотрите Fresh TV. Вот, допустим, вот так. Хочешь узнать о самой горячей пятерке клубных треков этой недели по версии Fresh FM? Пятерка самых-самых. Let's go! Эрик Прайс знает, как делать взрывные треки. Его новинка у нас в чарте. Свежая версия всемирно известного хита 90-х Glam Rock Brothers и Sun Lovers. Push the feeling on! Афроджек выпустил свою версию одной из песен короля поп-музыки Майкла Джексона. Bad! В нашем чате. Совсем не узнаем Сандер Ван Дорна. Мощный трек в стиле Dead House. Kangaroo! При
приятно, что в суперчарте все чаще и чаще попадают российские музыканты. Встречаем Вадима Спарка с треком «Одиссей». Радио Fresh FM работает уже почти год. Каждый будний день ты слышишь наши голоса в эфире на волне 88.9 FM. Мы рассказываем тебе много чего интересного, но никто практически ничего не знает о нас. Поэтому с сегодняшнего выпуска мы запускаем серию сюжетов о ведущих радио Fresh FM. А открывать ее будет наша красавица-брюнеточка Женя Милых. Про таких говорят: спортсменка, комсомолка и просто красавица. Хрупкая снаружи, но с волевым характером. Ее чарующий голос ты каждый день слышишь на волнах первой танцевальной. А по пятницам она приходит тебе в дом и делает утро добрым, сияя своей улыбкой с телеэкрана. И все это Женя Милых. У этой красотки очень насыщенная жизнь и не менее интересное прошлое. Мало кто знает, что до прихода на Fresh FM Женя работала на радио нашего города, а после уехала покорять Москву. Но ностальгия по любимому острову все же одержала верх. Помимо основной деятельности, у нашей милашки масса разнообразных увлечений, в число которых входят сноуборд, аквабайк и даже стрип-пластика. Да-да, этим Женя занималась несколько лет, что объясняет ее сногсшибательную фигуру. Но есть у Жени и еще один любопытный факт в биографии. Когда-то, очень давно, вместе с подругой Светой Твин образовала рэп-группу и выступала на одной сцене с такими звездами, как Каста. В общем, Женя у нас на все руки мастер. Повезло нам с ней. Близятся выходные, и всем хочется отдохнуть от трудовых будней, да еще и с размахом. А где это сделать, ты узнаешь прямо сейчас. Ночной клуб People представляет в пятницу и субботу ваш и наш любимый диджей и музыкант. Создатель и участник лейбла Garage Sound System. И просто кумир миллионов клаберов. Диджей Сухов на Сахалине. А вот клуб LF решил поэпатировать. Давненько в нашем городе не было тематических вечеринок. И вот наступил этот день. 15 сентября скандальная вечеринка под названием «Бонджорно, Джон Порно». Ночной клуб «Джой» продолжает радовать нас приглашенными гостями. На этот раз гости столицы — диджей Тингали. Его сеты насыщены бешеной энергетикой со знаком «плюс» и безграничным позитивным настроением. А сегодня вечером в баре «Кентас» отыграет свой сет «Мой большой друг». Талантливый музыкант и продюсер Дэйв Коса. Такой стала эта уходящая неделя, а какой станет следующей, решаешь ты сам. Разрисуй свой мир яркими красками, ну а музыка от Fresh FM тебе в этом поможет. Удачи! Просто, Витя, все, расслабься. Все, расслабься, ты че? Ой, а можно я скажу bad? Glam Rock Brothers и Sun Lovers push on the feeling on. Such a bad for the feeling. Твой день пройдет под... Вандер Ван Дорн, помнишь? Да-да-да, Вандер Ван Дорн. Твой день пройдет под знаком... Да что такое? Удачи! Это что, покажут по телевизору? Пик моей карьеры. Вот это вот, да? На телеке.